кровати и все комнаты в спальне. Постоянные кошмары. Здесь 4 кровати. 4 кровати. Да. На протяжении всей жизни. Большая кухня. Через месяц после смерти бабы. Это 8 местные, да? Да, это 8 местные. Я попью один датчик сейчас. Пойдем. Для нам бы какой-то, чтобы вот со столом сесть, у нас праздник будет. Ну это вот я вам показала так, вот так вот, туда, восьмеркой. Сейчас покажу вам десятиместную, сейчас большой верандой, но он чуть дороже идет. А если вот мы снимаем, например, как нам на улице, можно как-то там гулять? Но... Ну конечно можно. Возле каждого дома мангальная зона. Можете возле каждого, жарить. Да? Да, вот у вас возле восьмеркой. Мы не будем решать там, то с детьми, например, рядом будет. Нет, вот у вас... Здесь стол на улице, мангал. И за этим домом у вас стол и мангал получается возле каждого дома. Сейчас покажу вам большой дом с большой верандой.